Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скип, мы продолжаем играть в Героев Меча и Магии 7, компания за герцога Ивана. И я немножечко ускорил игру. Я скорость боя выкрутил, скорость игры немножко. Ну, чтобы персонажи побыстрее перемещались в бою, ну и по карте тоже. Потому что боев у нас тут очень и очень много. И надо с этим что-то делать, да? Так, все, у нас монастырь появится, это хорошо, средства поддержки, это тоже хорошо. Ты у нас прокачанный сюда-сюда. Экономика чуть-чуть, кличи пошли-пошли, и мастер. Хорошо. На данный момент, скорее всего, Анастасия. Я не знаю, монастырь слепых братьев. Ладно. Почему нет на быстром бое? Откуда такие потери, господи? Это же простой бой, абсолютно простой. Как-то так, наверное, или даже так. Вот тебя сбоку вообще. Вот у нас скорость всего происходящего возросла. Давайте призовем с тылом. Коллапс двух убьет. От нуля до двух. Ну, коллапс лучше. Тем более четырех убил. Так, ладно, вампиры, впрягайтесь. Неплохой дамаг. Ты у нас можешь с тыла добить. Или можешь весело вот этим накинуть. Еще и с удачей. Что, конечно, вообще круто. А, пауки просто немножко не могут пройти, но бывает. Так, аватар на Мтару. Отлично. И второе это на себя что-то положительное там накладывает на наших воинов. Убить этих. И убить этих. Шикарно. Не знаю, слышно ли у меня там черепаха что-то бунтует в аквариуме. Прям что-то он там перестройку великую устроил. Надеюсь, не слышно. Это прям очень громко. Так, что у нас тут? Сумеречный образ, агония. Да, конечно. Изучить, потом эту фигню изучить. Магию воды, возможно. В принципе, учитывая, как я уровни набираю. Но 30-й это потолок. Да, за 5000. Интуиция мага. Это вот это. Ну ладно, почему нет? Так, стрелки. Да ладно, пофиг. Это небольшая потеря, учитывая, сколько мы поднимаем. Ну давайте еще и магию воды запрокачам немного. В принципе, стрелой той же водяной иногда пользуемся. Поселение Альянса может пригодиться. Так, и у нас ты. На быстром бое вряд ли активно, ну как-то. Ладно, сойдет. Теперь мое. Защита даст. Ну, как бы оно того не стоит. Тут к силе бонус. А вот драконья сталь и это все прочее нужно.
Вы можете выбрать... А, специализацию, господи, магия. Я туплю. Мне, по идее, никакая специализация-то особо-то и не нужна. Ну, давайте вода, к примеру. Вдруг там Анастасия забредет. У нее, в принципе, и так есть, что ей нужно. Деньги, само собой. Ну, тут несерьезный бой. Но мы получаем немного урона. И даже в этом бою. Также, кстати, добавили возможность поворачивать с последним патчем камеру, зажав правую клавишу мыши. Я в прошлой серии этому очень дико радовался, до сих пор радуюсь. Сделали по-человечески. Пойдемте сюда, что ли? Или нет? Или да? Или это все слова? Так, ну, в любом случае, нам же никто не мешает. Шантерийские руины. Никто ж не мешает, да, сходить разведать. Вроде пока никто не мешает. Начнут мешать. Так, мы это увидим тут же. Логично. Так, улучшать мне, по идее, воинов не надо. У меня есть рядом улучшалка. На вас что нужно? А, здесь построить. Ну, хорошо. Мы этим сейчас займемся. И вы хотите сказать, мне нет до сих пор Капитолия, да? Ну, допустим. Построим его. Не такая проблема. Тем временем мы здесь осмотримся. Вот. Есть возможность хорошая осмотреться. Тут какой-то форт, по всей видимости. Анастасия. Печать Льрата. Пока что нет никакой возможности ее снять, да? Ну, фиг с ней. Мы можем, по крайней мере, захватить поселение. Быстрый бой. Говорит о том, что у нас компьютер по-прежнему не научился грамотно пользоваться магией. Поэтому мы будем пользоваться сами. Само собой. Боевой дух позволяет нам первыми сделать вот такую гадость. Еще коллапса накинуть. Отлично. Вампиры, подождать придется вам, ребята. Воу. Шикарно. Ждать. Вообще ждать. Ждать. Откуда у вас столько потерь было? Вот вопрос. Плюс 4 сейчас еще добавится. И аватар Намтару сейчас еще накинет. Ну, достаточно неплохо. Как для аватара Намтару. Пожалуй, нет. Смысла нет. Мы и так накинем. Ну, хотя бы этим близстоящим. И потом призраками мы не достанем. Все по тактике. Но зато этим достанем. Так, вампиры что-то могут. Могут, кстати. Может также и коллапс. Коллапс очень крутая штука на самом деле. В процентном соотношении изничтожать войско — это очень здорово. Против больших групп просто офигенно. Когда маг вкачан, у меня там что-то... Я вот в однопользовательскую играл, там у меня до 70% что ли доходило. Просто первым же ударом 70% снести какого-то там отряда мощного. Это довольно круто. А когда у вас есть возможность два раза колдовать, то это вообще здорово. Так, этих мы тоже взяли отряд. Ну и что, мы идем сюда, наверное? Куда еще идти, Анастасии? Наверное, да. По-моему, у нас справится... Кто как не она справится. Ну, не говорите, что на быстром бою вы не можете. Не можете. Ну ладно. У меня там стрелковая мощь есть в лице 189 кентавров, само собой. Так, давайте назад чуток. Там все-таки довольно шустрые ребятки. Зачем их нервировать?
26 тупо. Оп, нет. Давайте еще боевой дух увеличим, чтобы в два раза ходил наш юнит. Если повезет. Повезло. Замечательно. И вообще, откуда потери были? Вот вопрос. Ну, ты понятно. Боевой дух. Все дела. Надо было того добить. Прощай. Все, без потерь. Как, компьютер, ты смог? Как-то смог, по всей видимости. Целься. Целься. Целься здесь не поможет. Это мы уже тоже изучили. Тут. Давайте тут мастера возьмем. Дипломатия не очень нужна. Магия тоже. Да, тут. И продолжим захватывать шахты. Низкая, незначительная опасность. Так, а вот и враг. Вот вам и разведка. Только незначительный враг какой-то. Ну иди сюда. В принципе, мне все нравится. Сойдет. Хорошо. Я могу воскрешать, что совсем здорово. Могу атаковать всяко-разно. Могу просто вот так вот. Чпыньк. К примеру. Могу в пень упереться. Тоже умею. Знаете, у нас юстициары вообще крутые. Могу ворваться небесными воинами, получить немного топором, но это не страшно. И продолжить свой поход вот так вот как-то. Тут, собственно, враг нам ничего сделать-то и не может, даже если бы захотел. Он, потому что ни о чем. Зачем он вообще вылез на нас? Ух ты ж. Какое-то сокровище получено. Ну-ка. Вроде нифига. Показалось. Я бы не сказал, что мне из этого что-то нужно. Но вот шантарийские руины нам не светят пока что совсем. Торговый пост. Это мило, но нет. И я тут, конечно, не вижу, что происходит. На меня как бы вражеский герой не выскочил. Командарство крестоносцев. Что у нас тут? Сокровища, да? Мы отсюда с горы, по идее, можем осмотреться. И да, тут какие-то руины. О, здесь нам воскрешать. Анастасия. Сюда нужно. Незначительная абсолютно угроза. Но значит, мы можем и сюда заскочить. Воскресить кого нужно. А тем временем тут надо печатель Рата. Интересно, ладно. Что я могу? Я могу ресурсы пособирать. Сюда могу сбегать. Там могу потусоваться. Много чего могу.
Но быстрый бой опять же ничего не даст. Смотрите-ка, ожидал. Окей. Замечательно. Вот этих дофига. Ладно, я допускаю такие потери. Все-таки стрелков более чем много. Вот это даже не стрелки тут. Не должно быть особых потерь. Я камни успешно пробежал. Но этого делать не стоит, у меня их не так много. Но тут самостоятельно сразимся, потому что, ну... Какие могут быть потери в этом бою? Просто вот какие? Что вы потеряли? Как? Пень. Не всегда видно. Ну, так. Так можем покрутить. Зачем мне вот пень? Незачем. Оп. Давайте от пня откажемся. Сюда. Пачки из дофига этих. Ладно. Целься. Потому что именно этим мы и будем пользоваться. Прощай, отряд. Ты слишком не нужен. Ну, тут не так много урона, но все же. Орки. Нет. Тем более нет. Ты у нас можешь тоже немножко пострелять. Ну, два раза ты не умеешь стрелять, поэтому... Осади немножко. Гарпии нет. Целься. Отлично. Замечательно. Так, 90 даже урона, ах ты ж. Вот этими отлично зайдем. Плюс они на атаку не ответят. Еще выхватят, и еще выхватят. За счет того, что длинное копье. Одиночные, ну, отряды, занимающие одну клетку, не отвечают нам на атаку. Что круто. Довольно круто. Опять уровень. Я опять не знаю, что качать. А нет, я ж вот сюда шел. Так, окей, мы и тут мастер. Причем еще нам дипломатия. Не очень понадобится судьба. Ну, быть может. Посмотрим. Капитолий. Да, то как-то его нету. Дальше. Так, нет, сначала давайте с интересного, с наиболее. Мы тут можем воскресить, но не дойдем. Ладно, тогда мы можем тут разведать, если дойдем. Вот, замечательно. О, тут мы можем навоскрешать. Что ж там за бой финальный? Так, это вот ты у нас обозначен, да, знаком, что, типа, здесь можно зайти и навоскрешать. Значит, надо сюда Анастасию гнать. Вот он в чем подвох, да? Ладно, ладно. Печати тут есть, печати? Не вижу ни одной. Вот тут я вижу печатель Рата, кстати. К ней можно пройти. Тут дракона единственное что. А тут святилище седьмого дракона. Печатель Рата, думаю, это хорошо будет посетить. Но, блин, надо воинов больше. Тут печатель Рата даст возможность сюда пройти. А давайте туда проскачем в наглую, кстати. Мне этот герой
только для разведки, по большому счету, нужен. Поэтому не боюсь его потерять абсолютно. Да, иди. Ну и у нас... Так, выходит, что мы можем построить... Так, священный хорал. Это не суть важно, главное построить монастырь. И там мы сможем построить зал почета. Или, блин, у меня же ангелы. Ангелов строить. Ангелов придется, ладно. Опять ангелы. Опа-па! Забыл этим походить. Чувак, ладно, прости. Не смертельно, я думаю. Ну тут ни о чем, войско, опять же. Вы издеваетесь, откуда такие потери? С кем вы там дрались-то? Кто вам таких потерь наделал? Рассказывайте-ка. Давай сюда. Самое веселое, мы можем второй отряд сюда. Но он меньше будет, конечно, но все-таки. Все-таки отряд же. А тебе не надо бить, стой. Ты тем более мало бьешь. Пока ждать. Ждать собачки. Агрести решили, молодцы. Отличный выбор. Аватар Намтару. Неплохо накидывает. Скелеты. Хорошо, пока что все у нас более-менее по плану развивается. Так, стрелки, да. Призраков подтягиваем. Отлично, так, вас, ребятки. И вампиров подтянем. Теперь делаем другое дело. Мы берем... ну, к примеру, вот этих лучников уменьшим неплохо. Собак прорядим. Ты бей по этим гадам. Вампиры впрягутся сюда. Неплохо впрягутся. Ну и здесь спокойненько просто проходим, бьем аббатов, ну, местных, как их там. Капелланов. Это улучшенная форма аббат. Этих 6 стало, ребят, потому что 4 приходит на следующий ход за счет того, что у нас прокачанный на мастера. Полностью, в общем, изначальная магия. Ну и там вот это есть навык. Аватар Намтару. Аватар Намтару неплохо накидывает, в свою очередь. Ну и тут дело житейское. Откуда у моего... У моего войска были такие потери под управлением компьютера, не представляю. У нас вот ноль. Мы еще не то, что не потеряли, мы еще пипец сколько приобрели. У меня такое ощущение, что у нас в конце Анастасия затащит, а не Иван. Потому что у нее реально дофига войсков. Кто у нас тут еще? Сколько их там? Неплохо. Просто неплохо, это мягко сказано. И мы еще можем даже в теории найти слезу Асхи, что будет совсем весело. Сейчас мы здесь захватим, и Анастасия, мы пойдем сюда, потому что здесь еще есть погребение, братская могила. Анастасия у нас будет тащить просто как бог. Бог тащунства.
Врата духов, выход. Значит, где-то есть и вход. Логично предположить. Так, я не хочу ничего сейчас собирать. Я хочу просто разведкой бежать и как бы разведывать, что у нас там на пути. Соответственно, строим монастырь. И ангелов тогда. Раз у нас уже ангелы есть в войске. И я бы пошел сюда, но средняя, блин, опасность. Мы можем трюк провернуть, сходить в город и получить себе больше воинов в армию, в нашу местную. Но для этого нам понадобится что? Нам пока что мы можем немножко здесь вот открыть еще карту. Нам прирост все равно ждать. Так, ты у нас тут продолжаешь активно шахты захватывать. Где этот квест на шахты? Армия тьмы. Сколько ей там надо посетить, то не очень понятно. Так, вот. 7 из 10 уже захватил. Еще 3. Шикарно. И там еще что-то сделать. Ага, отремонтировать должен 2 катапульты. Так, поэтому мы еще пойдем катапульты ремонтировать. У нас тут рядом одна катапульта, как минимум. Но там надо 20 дерева и 20 этой. Ну, хотя дерево по 6 в день. Я думаю, это не составит. О. Че ты валяешься? Плюс 4 к силе. Очень в тему. Я не против. Только не говори, что ты здесь тоже будешь потери нести. Да-да, действительно. Не хочу терять воинов, пока что не особо очевидно, откуда мы их можем вообще еще получить. Целься. И огонь. Жалко, что нет второго хода у нее в этот раз. Зато у тебя есть боевой дух, да, чувак. Хотя 50 боевой дух. Ну, не везет, ладно. В этом плане немного. А, ты же можешь сам выстрелить. Так, ладно. Давайте тут боевой дух еще повысим, к примеру. 50 это, по-моему, и так потолок. Ну-ка, бонзай. А. Так даже, да? Ну, давай сюда. Так, он доходит. Так, ладно, орками я суваться не буду, я пойду этими. Вот так вот. И еще вот так вот. Так, циклопы не достают, жаль, я хотел в рукопашку. В рукопашку циклопы куда более эффективней. А, вот и рукопашка. Отлично. Замечательно, еще шахта. Почти все шахты уже взяли, как и нужно. Так, ничего тут не забыли. А, еще пламя аркаты. Там, возможно, что-то хорошее. Стоит сразу, наверное, промониторить это дело. Так, Анастасия у нас опять навык не подняла. Как ты посмела? Ну вот тебе мудрость магии тьмы. Мы... Когда я качаю магию воды, да хотя нам не столь важна этой магия воды, особо часто-то тоже не пользуюсь, поэтому без разницы по большому счету. Абсолютно без разницы в этом плане. Ты у нас разведчица, поэтому беги. Разведка дело полезное и нужное. Академия искусств там каких-то тайных очень-очень.
очень тайных искусств. Это откуда тут дорога? Плотина. Плотина, если перекрыть плотину, река обмелеет, ее можно будет перейти вброд. А к плотине можно добраться аж вон как. Это вот вопрос с рекой наша решает, да? Это хорошо. Ну, здесь мы небесный алтарь строим. Дальше. Ты у нас. Немножко замониторь, что здесь происходит. Ага. Ну, сюда Анастасии надо только. Два духу, два магии. Ты у нас вообще не маг. Даже издали. Ты замониторь, что здесь. Две шахты последние. Че, нету юнитов? Думал, что нам помогут опять с юнитами, но нет. Ладно. А вот и вражеские герои тут летают. Так, неделя посвящена богине-дракону Земли. То есть, как бы намекает, что они тебя навед... Оу. Действительно тебя наваляют. А как ты на Ивана посмотришь? Смертельно посмотришь. Тут даже Анастасия не справится. Серьезно, хотя Анастасия может. Вот Иван не факт. Такой вот Иван. Ладно. Ну, мы Ивана можем усилить. Нам же ж ничего не стоит. Ну, нам это дофига будет стоить на самом-то деле. Но давайте понанимаем разного. Мы вот тут отсюда можем, кстати, кучу всего нанять. Что прикольно. Мы можем два этих парня нанять, к примеру. В общем, тактика будет немножко такая. Отходим. А, нет очков. Ладно. Купить героя надо. Упорно из моей фракции нет, ладно. Не факт, что придется расформировать. Таких чуваков. Лангенскет у нас есть, блин. Три штуки, это неплохо. Это очень неплохо. Да. И нам еще их надо всех улучшить на какие-то деньги. Грифонов кучу. И, собственно, какой план? Это не особо много воинов, на самом деле. Мы их ведем вот сюда, в тренировочный лагерь, и там преспокойно улучшаем. Как только у нас деньги появляются, на следующий ход, по всей видимости. Тогда назад. Ладно, разведали, разведали. Поняли, что там довольно злой дядька-герой, с которым лучше пока что не конфликтовать. Да, жди. Ты захватывай эти две шахты. В быстром бою навряд ли. Ну, хотя бы в таком бою, к примеру. Ты ни разу не стрелок. Ты умеешь стрелять, по-моему. Поэтому целься. Воу. Шустрый. Шустрый. Но, тем не менее, мы постреляем в тех, что подальше. В тех, что поближе, можешь ты выстрелить. Могут атаковать орки. Которые, скорее всего, и умрут от этого. Ты подожди, слушай.
Слушай, подожди. В принципе, склоп все урегулировал. Циклоп-миротворец просто. Тут мы можем или влупить, или сделать целься. И сделать просто выстрел. Замечательно. Но... Боже, какой ты боевой. Совсем замечательно. Так, ладненько. О, доспех тоже неплохо. А, так, стоять. Оп. Да, сделали же удобную возможность поворота. Я теперь, блин, никак не привыкну. Зачем так людей сразу шокировать? Блин, зараза, он идет куда-то в нашу сторону. Это мне совсем не понравилось. Это что там? Что это за фигня? Хм, отлично, текстурка просто. Но это явный глюк, баг или что-то в этом духе. Так, ты у нас можешь на эти деньги улучшить все, что нужно? Двух этих можешь улучшить, отлично. И этих, не всех. Там мало денег. Ты у нас. Блин, а всего лишь двух. Да. Ладно, тогда еще подождем. Долго ждать. Зря я разозлил, наверное, вот тебя, Тарлак. Но тут у нас есть Анастасия. 19. Я не верю, что на быстром бою компьютер сможет без потерь. Как ты вообще некромантов теряешь? Просто вот в шоке я. Я даже вот специально захочу, это еще надо будет изловчиться. Так, вы довольно бесполезны. 20 штук чумных ламасу. Тут у нас почти 20 деревьев. Это небольшая проблема. Хотя, коллапс. 11 штук минус. Довольно неплохо, как по мне. Ну и еще сверху навесим. И, наверное, мы не будем лезть в драку. Нам оно не надо? Абсолютно нет. Ну, скелеты, единственное что. Они еще те камикадзе. А, вон что ты умеешь. Это не спасет тебя. Так, все не то, не то, не то. Ну, аватар на тару делал свое дело. Но немножко не сделал. Пока. И опять новый уровень. И опять куча воинов. Я думаю, мы остановим даже того героя. Почему нет? 2 посетили. Что-то видим. Что-то видим. Не очень много, но видим. Давайте захватим. Так, тут деньги нужны. Последняя шахта. Погнали. Надо аккуратно воевать, чтобы не терять своих юнитов почем зря. У нас их немного.
Потом пойдем стрелять из катапульт. Так, целься. Прощай. 10 косарей дамага. Ну да, не странно. Такой прозрачный намек на то, чтобы умереть. С разбега. Подожди, ладно. Попробуй. Ты правда сейчас в лоб получишь? Оп. 150. Серьезно. Так и так. Вроде все. Мы лишим их ресурсов, как это сделала Имани из племен пустыни. Андрос знает историю Имани? Андрос вырос среди зверолюдей и орков. Плохим бы я был вождем, если бы не знал истории Имани. Андрос отличный герцог Ворон. Альянс с Иваном хорошо. Посмотрим, Кенте. Захватывать шахты я умею. Осталось научиться их удерживать. Это может быть проблемой. Что ты намекаешь, что к нам кто-то придет? Вроде бы ниоткуда. Нам теперь надо перебраться, чтобы прийти на помощь. Но пока что нам надо пострелять из этих катапульт. Погнали. И вроде все, да? К нам бежит. Ты все-таки к нам или нет? Назад, ну нафиг сваливай. То Анастасия порвет тебя просто. Так, текстурка. Блин, они же только что патч выпустили. Ну, что это такое? У нас-то все опять что-то да не прокачано. Снежная буря, покров, нет. Щит воды. Щит воды неплохо. Лучше из того, что тут есть. И на знатока можем уйти. Вполне себе вариант. И давайте вот тут взглянем. К сожалению, не все. Ну ладно. Нам тем не менее, нам надо отпускать его уже пока что. Чтоб он у нас шел и захватывал что-то, а не стоял тут и ждал вечно. Вечность. Поэтому, Иван, твоя задача убить вот этих гадов. Полетел. Твоя задача выстрелить из этой фигни. Да, всегда хотел такую. А как она работает? Направь ковш на врага. Смотри за камнем. Мне нравится быть герцогом. Ну окей, нравится так нравится. Отремонтировать. Все что ли? Ты у нас сбежала. Ну иди сюда. Ничего не можем. Так, все-таки придется походу воевать Анастасии. Да. Это будет весело. Так, отлично, это был первый выстрел. А, надо еще раз ремонтировать и стрелять. Серьезно. Придется повоевать. Но займемся мы этим уже в следующей серии. А на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. Увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.